Анонс и точная дата выхода 59-й серии турецкого сериала «Разведка». 59-я серия сериала выйдет в эфир 25 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как из-за того, что Зихра не смогла вспомнить, кто является предателем, команда засучив рукава начала работать. Саджиде, которая не может уже терпеть тяжесть угрызения своей совести, после вопросов Омера про Хасана от Маджи, перекидывает все на Эфкяра. Эта ситуация становится проблемой между отношениями Эфкяра и Саджиде. Но сам Эфкяр решительно настроен найти того, кто ищет его. Вся команда настроена на реализацию плана мести. Омер и Зихра проникают к врагам. Несмотря на опасность, им важно реализовать и успешно закончить операцию. Пока Эфкяр гонится за своим прошлым, он узнает, что его прошлое оказывается рядом, и причем в момент, когда он этого даже не ожидает. Напомним, 59-я серия сериала выйдет в эфир 25 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.